люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милости и щедротами, возвести рог христиан православных, и не спасли на милости Твоя богатая. Молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы Преснодевой Марии, силой честного и животворящего Христа, честные многоцелебные ризы Своя, представительство и честных небесных сил бесплатных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского и Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живосвятых отец наших, святителей Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Иоанна, Макария, Филиппа, Ева, Ермогена и Тихона, и живосвятых отца нашего Филарета, митрополита Московского, святителей московских Иннокентия и Макария, святых славных и доброповерных мучеников, святого великомученика Победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, священномученика протопресвитера Александра и всех новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых благоверных российских князей Александра Невского и Данила Московского, преподобных и богоносных отец наших Сергия игумена Радонежского и Серафима Саровского чудотворцев, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых молим Тя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Дионисии, и о Всего Христе, братстве нашем, и о всякой души христианской, скорбящей же озлобленней, милости Божией помощи требующей,